Вот, мои мурманчане решили, что уже лето, и обедать мы будем на улице. Валерик вообще разделся. Все. Сказал, лето на улице. Все. Смотрите, какой белый, а когда будут уезжать, будут черный. Правильно. Российские пенсионеры в Крыму обедают. Валера у нас открыл сезон загара. Не, сегодня хорошо, ветра хоть такого нет. Да, но все равно есть. Есть, но все равно уже такой холода нету. На Европе степи там идешь так хорошо. Черного собачка тут хотела подрать. Ты че, он как? Не белая? Ты какая-то маленькая, такая синенькая. Да, светлая. И на него прямо, на нее. Сверху. Зажал ее и все. И больше она не тяпкнула ни разу. Здоровый, сам пришел, а там потерялся. Ну, приехали, он уже дома. Ну, так помнишь, когда прошлый год-то мы его вели? Песком шли. Вот так, Валерик у нас вчера. Ой, тепло, да какая красота! Досидел голый-то, сидел, досиделся, сгорел. Мы вышли утром с Ирой прогуляться. Идем смотреть. Серьезный парень. Мы идем смотреть бамбук. Вещь в России редкая, поэтому надо самим посмотреть и вам показать. О, они сделали забор из него же. Прям самый настоящий бамбук. Сразу чувствуешь себя, как в каком-нибудь Вьетнаме. Там просто заросли. Не пройти, не пролезть там. Помнишь, раньше лыжные палки были? Вот так вот. Здорово придумали там забор. Угу. Забор из него сделал. Так вот, мои дорогие, бамбук у людей растет. Красота, да, Кабась? Изменил мне. Мальчишки горластые. И он ходит спать к Ире с Валерой. Скажет, нужны они мне тут, орать будут, до меня хватать, да? Он не любит, когда его трогают. Оп, оп, оп. А, ему туда надо. Оп, и к вам. Сейчас, через часик будет автобус. Поедем, съездим на Ребзик. Валера там уже 2 года не был. Где он был, где он играл. Вот так развалины, так и остались. Она, по-моему, все советских времен. Вот это-то, ну да, наверное. Это был вот то, что написали. Реджик. Тут цех, наверное, какой-то был рыбный. Да. Да? Да, да. Ну, это похоже. Это был рыбцех. Сюда причал корабли, лодки приставали, приезжали. Ну, такие маленькие корабли. Uh-huh.
А это, наверное, хотели гостиницу, да, отгрохать? Ну, я не знаю, что он там хотел. Но оно так и осталось никому. Чьё оно хрен его знает, я не знаю. О, уже кому-то нужен. Артём. Тихо, яму там. Да, Артём, да, я вижу. Да, да, Артём. Сейчас подъеду. Такие разные пляжи в Черноморске. Есть песок, а есть вот такие. Ой, я даже не знаю, как это называется. Вот какие волны, что сюда вода заливается. Идите. Под ноги, мальчики. Да. А там вообще, я тебе понимаю, что тут небезопасно. Там целая шутка. Вот такая яма. Тут бомба была. Здрасте. Да снимаю. Это вы сами все тут наделали? Да. Молодцы какие. Ну раз живем в таком месте, надо красоту наводить. Да. Место на самом деле тут. Оно-то кажется. Здесь постоянно ветра, зимой холодно. Ну ветра-то я понимаю. У нас на волне тоже ветра такие, что... Я представляю, какие тут. Но зато красиво. Молодец. Молодец. Возьми спорт, что еще тебе сказать? Молодец. А ее же можно пить? Надо ведь, да? Понаделали всякие. Так мы все туда идем. О, Егорка в краску влез. И его в воде помыть. Как тут? Далеко идти. Егор, хочешь скульптуру? Так, вот Леночка Батл, по-моему, сюда ездит. Катера какие-то идут. Красота, только ветер. Сейчас я тоже слазю.
Вот ветер сегодня, а так в тихую погоду. Тут еще когда закат, ой, просто качаешься с таким видом на море. Ой, старость не радость. Да уж. Красиво. Да что, думаешь, тут вода, что ли, есть? Мы даже знаем. Колесо еле отваливается. Мы открывали, там нет. Конечно, нету. Чисто декоративное. Хорошо. Вот такой же, как у меня. Облагораживают, как свои участки, рыбы из дерева. Узнаете, да, кто здесь отдыхал? Камни тащили такие тяжеленные. Там змея на крыше лежит. Хорошо. Ой, скоро тут будет шумно. Дети. Пока мои только. Как вы видите, из камушков сложили. Вот я не помню, в каком тут Лена-то батл отдыхает. Ну вот где-то здесь, по-моему. Красота какая. Фонтан тут. Мостик какой. Вот тут целый пруд. И рыбки есть.
беседку какую делают. Здоровый пансионат. Угу. Мангал, краники, все, водичка. Как, все как положено. Какой здоровый. Он какой здоровый. Здесь уже, конечно. Собачищи какие сидят. Женщина какая, как будто корабль. А тут сейчас видно, люди есть. Летом все будет работать, фонтаны. Вон какая пантера черная лежит. Ой, сколько труда надо, чтобы за всем этим ухаживать. Кроме самих зданий. Здорово, конечно. Чего тут? Пусть пляж не песочный, зато вот вышел и вот на тебе. Мальчики! Он дядь Толя едет. Толик за нами едет. Собрались гулять, идти в магазин. Все, пошли. А прогулку? А бабушка, ты с нами? Да. Оружие там будете стрелять в степи. Все. Все, спецназ вышел. А ты-то куда эту штуку-то поволок? Она ж тяжелая, Егорка. Положи ее, положи. Бабушка, иди к красному забору туда. Зачем? Я там сюда сейчас подойду. Стрелять будешь в меня? Нет. Ой, хорошо. На воле. Весело у нас. Так жалко, такие тюльпаны вот эти огромные. Все уже. Уже все. Сегодня наконец-то мы встретились с педагогом по английскому языку. Расстроилась ужасно. Я, конечно, такого не ожидала. Познания в английском языке настолько глубоки, что даже мне, не учивший английский язык, и так все понятно. Ну ладно, будем заниматься. Очень прям такая умница. Женщина молодая. Будем заниматься. Времени у них, конечно, нет. Но на 2 раза в неделю она выкроила. Вот. А потом, говорит, будут окошечки. Я тогда их
буду в эти окошечки. Вот. Ну, что делать? Значит, будем учиться летом. Вот завтра еще у меня встреча с педагогом начальных классов. Посмотрим, как там математика. И русский, видимо, тоже так же. Ой, уже. Меня просто поражает, почему за год оценка по английскому языку у Егора 5, у Гриши 4. А на самом деле это просто кошмар какой-то. В общем, решили с ней, что, наверное, начнем со второго класса, с самого начала. Но только это пойдет быстрее, естественно. Да, вот так в школах у нас учат. Вот. Ну ладно, ничего, все поправимо. Только нужно время для этого. Буду возить, будут стараться, значит, будет толк какой-то. Не будут стараться, значит, и толка не будет.